Всем приветики, с вами Плюшевая Нюша. Давно я не ела роллы и не снимала мукбанг. Тут у меня с креветкой, Филадельфия, Канада. Все, в принципе. Всего три вида, и я думаю, что мне даже этого будет много, потому что мои привычки пищевые очень-очень сильно поменялись. Так, давайте креветочка попробуем. С чего я вообще решила заказать? Во-первых, потому что мне писали, что не хватает длинных моих видео от меня. Мне в рот, наверное, не поместится. Угу. Жирный, суховатый. Я совершенно не почувствовала креветку. Ну и тут, конечно, сгулькин нос. Смотрите. Больше соуса смочу. Один рис жареный с панировкой на вкус. Тут у меня имбирь стоит. Так вот, потому что у меня давно не было и просили мукбанг. Это первое. А во-вторых, у меня пришли там баллы бонусные. На заказ роллов я такая, почему бы их не потратить? И сейчас настолько у меня изменились привычки пищевые, что к роллам я прям остыла. Я подумала, ну, не знаю, когда еще раз закажу, поэтому закажу сейчас. Так, Филадельфия. Тут так красиво рыба выглядит. Нежненько. За полчаса мне буквально привезли эти роллы. С угрём очень вкусно. Знала бы, взяла бы два сугрома и одну Филадельфию. Мама мне недавно сказала, что я там на работе наговорили, что в рыбе есть какая-то бактерия, в которую роллы кладут, опасная, и поэтому, чтобы ее как бы обезвредить, надо есть имбирь. Я маме говорю, что я давно это знаю, но это в обычной, свежей рыбе такое, а в слабосоленой... Этого нету. Роллы-то кладут у нас слабосоленую. Ну, имбирь я люблю, поэтому и так его всегда ела. Мама мне, наоборот, имбирь не ест. Поэтому она была немножко раздосадована. Она вчера тоже роллы сказала, заказывала.
Сейчас 4 часа дня. Я сегодня вообще еще не ела. По поводу моих пищевых привычек. Я сейчас начала считать калории. Ну тут, конечно, калории нам не на целый день. Но, в принципе, есть больше не планирую. Дело в том, что я привожу себя к лету в порядок. Об этом выйдет видео. О моих результатах. Как я привожу себя к лету. Но мне кажется, больше всего интересны будут результаты, потому что они есть. И они меня прям супер-супер радуют. В этих жареных с креветкой. Такой привкус есть. Уксусный. Странный. С лососем. Ой, с угрём. Отопление у нас уже отключили в квартире, поэтому дома очень холодно, но выходишь на улицу, там жарище, там в шортах ходить можно, поэтому чтобы отогреть квартиру, окна нараспашку. У нас даже график отключения воды уже выслать по почте. Не люблю это. У меня бойлера нету. Поэтому летом на 2 недели отключают горячую воду для ремонтных работ. Ну, в этот раз, обычно летом, в начале июня, но в этот раз отключить захотели в мае. Я просто в шоке. У нас уже даты экзаменов в университете сказали, но про зачеты молчок. Хотя один уже просто зачет, где без оценки. Мы решили сдать заранее. Только не говорите, что это плесень в имбире. Ладно.
Я ко мне летом, понятное дело, приедут родители. Я у них спросила, могу ли поехать с ними. Точнее, обратно домой, на лето, на недельку где-то погостить. С ними я уеду, а потом вернусь. Они меня поддержали, сказали, помогу выкупить картошку. Такая, не, я туда еду не за картошкой. А то я уже в родной город, я приезжаю обычно в родной город зимой, к родителям на Новый год вот отпраздновать. А летом я уже года 3 там не была. А зимой там что у нас? Плюс 40, хотела сказать, минус 40. Особо не погуляешь, поэтому. Тебе летом практически не погуляешь, а летом комары зажжут. А мне тоже в этом году сдают экзамены. Мама за нее волнуется, ну понятно, как и за меня, в принципе, волновалась, когда я сдавала. Но даже еще сильнее. Ну, помните, у меня сестра пишет, да, хорошо. Поэтому, в принципе, загадывать не хочу, сглазить тоже, поэтому. Холодные роллы мне больше нравятся, чем горячие.
Вкусно, но больше заказывать не хочу. Объелась жутко. А весь мой прогресс, наверное, сейчас уйдет на нет. Ну что ж, это было все. Всем спасибо. До новых встреч.